пришла с очень позитивным настроением. Давно всех не видела уже. И как бы живое общение со своими знакомыми, с Натальей Владимировной, это за положительными эмоциями и за какими-то еще более такими переменами в жизни к лучшему. Привела всю свою семью и друзей сюда. Я первоклассница. Мои родственники еще пока не учатся. Но надеюсь, что тоже будут вместе со мной в одной команде. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в этом огромном, уютном, теплом, торжественном зале. Вы сегодня присутствуете на научном, международном, практическом семинаре Натальи Владимировны Родиной. Это очень серьезный, познавательный. Тот семинар, который для многих новичков, которые сейчас в зале, откроет новое понимание себя, жизни и тех процессов, которые проходят на планете. Каждая жизнь человека – это учитель. Каждое событие, каждая встреча, каждое расставание – это все учителя жизни. Эти слова Натальи Владимировны Родиной. Сотни вас в этом зале, как и других учеников во всем мире, выбрали единожды душой Наталью Владимировну как своего духовного учителя. Я приглашаю на эту сцену Наталью Владимировну Родину. Я хочу представить тех людей, которые сегодня присутствуют в этом зале. Это те люди, которые выросли до уровня помощника Натальи Владимировны. И сейчас они в команде Международного центра развития личности. Руководитель Международного центра развития личности, мудрость, душа, свет и главный модератор всего того, что вы видите, Сергей Аркадьевич Родин. Для мене особисто це історичний момент, тому що зустрітися з вчителем, враховуючи зараз ситуацію в нашій країні, ну, скажу вживу, це надто приємно. Я зараз злегка хвилююсь, такий трепет всередині відчуваю перед зустрічю, але це дуже приємна радість, дуже приємна радість. Чого очікую? Очікую отримати знання, як завжди Наталя Одина ділиться щедро. Очікую зустрічі з нашими, своїми колегами, які тут навчаються. І просто хочу насолодитись моментом зустрічі з вчителем. Сьогодні я хочу поговорити з вами о тих змінах, о тих состояниях житті, які кожен із вас проходить. Вірите ви в це, не вірите ви в це, не важливо. Квантовий переход іде на планеті. Реальность существует не только та, которую вы сейчас можете воспринимать своими глазами. Она существует во многих измерениях и во многих состояниях. Таким образом, квантовые вибрации, высокие, более высокие вибрации света, из которого все состоит, которые в данный момент поступают на планету с более высокой частотой, они схлопнули третье измерение, свернули третье измерение, сжали третье измерение, за счет чего ускорилось время и ускорились все процессы создания реальности. И это создало, в свою очередь, разворот нового пространства, нового измерения, четвертого измерения жизни. Все получают высокочастотную волну. Мозг, нейроны головного мозга принимают эти импульсы. И эти импульсы воспроизводят
события, ситуации в жизни каждого человека. Поэтому, а так как человек не контролирует своего внутреннего состояния, своих мыслей, своих чувств, происходит то, что происходит. Еще можно сказать так, в жизни каждого человека проявляется непосредственно то, кем он сам является. Если человек внутренний страдалец, вот он внутренне, вот все плохо, это плохо, то плохо, боюсь прививок, боюсь этого, боюсь того, всего боюсь, этот страх создает реальность. И человек начинает бояться уже не в мыслях, а в реальности. Пока человек этого не примет понимание того, что он сам своими вибрациями, своим внутренним состоянием создает то, что создает, этот замкнутый круг, он так и останется. Вы можете очень быстро, мгновенно сейчас создавать свою правильную реальность. Очень быстро. Что нужно? Желание. Устремленность. Воля, убежденность, знание. Когда есть знание, друзья, будет убежденность. Тот, который создал все, проявляется в вас, через вашу жизнь. Так проявляйте же. Вам никто в этом не станет мешать. Берите и делайте. Очень хорошие эмоции. Мы учились онлайн, а сейчас уже вживую встреча с учителем. Нам очень приятно. Прям переполняет эмоции. Душа захотела сюда прийти, получить тепло. Вот эту любовь, всю нежность, которую требуют просто без слов. Просто почувствовать это все. В нашем мире этого не хватает, и тут сполна получаешь. Единство наших душ дарует этому миру свет и любовь. И да будет так. Для того, чтобы ваша жизнь дала вам передышку, и все было гладко, гладко, как вам хочется, как вам надобно, вам нужно держать внутреннее равновесие и спокойствие. Раз все состоит и физическая материя, и тонкая материя из квантовых частиц, тогда происходит то, что действительно многомерность и проявляется, и выражается, и создается этими квантовыми частицами света. Понимаете? То есть квантовые частицы света создают много мерности, много состояний жизни, много процессов жизни. Где там тоже вы, те вы, которые вот на меня сейчас смотрите. 10 состояний проживаете, 10 фрагментарностей состояний. 10, так как душа ваша делится на 10 фрагментов. Вы пришли сейчас к осознанию гармонизации пространства своей жизни. Вот поэтому вам и даются разные развороты реальности, чтобы хотя бы в одном вы поняли, что надо сгармонизировать, что вы больше не хотите страдать и не хотите разрушаться. Мы пока даже не понимаем, сколько это важно и сколько это глубоко, чтобы мы попали сюда и что мы можем быть на этом семинаре. У нас второй год, и мы учимся, мы второй раз в Виннице тоже. Чтобы себя поднимать, а потом уже помогать другим людям понимать это все. Будьте чисты, как дети. А вам и надо всем стать детьми. Вам надо снять эти маски, раскрыть свои души, излучать эту высокую частоту вибраций, стать ребенком чистым, честным, открытым, добрым, прозрачным, понимаете? И тогда вибрация света, она будет пронизывать ваши тонкие тела. И таким образом в этом свете, в этой частоте вы будете жить в том измерении, где вам будет комфортно. И у вас будет мудрость, духовная, душевная мудрость, которая позволит вам иметь внутреннее понимание
того, что каждому свое. Поднимите руки, кто приехал из других городов и из-за границы. Ну вот, друзья мои, помешало вам что-то? Нет. Почему? Да в душах ваших свет, вибрация, высокая вибрация. Она и создает вам возможности жизни. Я пришел сюда на встречу с моей, с нашей учительницей Натальей Владимировной, чтобы разделить со всеми единомышленниками эту атмосферу любви и радости. Все мы пришли сюда, чтобы учиться истинным знаниям. И эти истинные знания не получишь в каждом месте. Это надо ценить. Я очень рад этой встрече с нашей учительницей. Надеюсь, что мы проведем хорошую продуктивную неделю. Кроме полученных сегодня знаний, которые однозначно вектор вашего мышления, эмоций уже в другую сторону повернут, вы пойдете домой счастливые тем, что у вас останется память о встрече с Натальей Владимировной. У нас есть 5 счастливчиков в зале, которые сейчас получат памятный приз. 25 место, 5 ряд. Наталья Лановенко, солистка Винницкой областной филармонии, заслуженная артистка Украины. Песня «Земли». Загадаем желание как можно чаще вот так встречаться. Давайте разыгрывать призы, радоваться жизни, познавать новое, говорить о измерениях, о новом опыте, который мы с вами приобретаем. Давайте, давайте строить будущее, прекрасное будущее, невзирая на обыденные будни жизни. Я люблю вас и хочу этими словами завершить нашу сегодняшнюю встречу. Я люблю очень вас. Люблю вас, как саму жизнь. Так как в вас есть эта жизнь. Вы есть жизнь вечная. И пусть вы из разных городов и из разных стран, нас с вами невозможно разлучить. Благодарю вас и до новых встреч!